В этом видео мы соберем квадропеда, четырехногого робота. Для этого нам нужна платформа для сборки, Tremo Power Shield и Arduino Uno. Итак, Tremo Power Shield и Arduino Uno пока отодвинем. Посмотрим, что входит в платформу. Инструкция по сборке, детали крепежи сервопривода и панельки с деталями. Пакет упакованный, отвертка, 8 сервоприводов, 4-проводной шлейф, комплект метизов, датчик расстояния и 2 батарейных отсека. Сборка хексапода подробно описана в инструкции по сборке. Инструкция начинается с иллюстрации расположения деталей на панелях. Эта иллюстрация имеет масштаб 1:1, то есть детали точно соответствуют деталям на панели. Далее комплектация, внешний вид. И переходим к сборке. Сборка разбита на шаги. Каждый шаг проиллюстрирован, у каждого шага имеется подробное описание. Рекомендуем ознакомиться сначала с описанием, а потом уже собирать, так как в описаниях есть много тонкостей по сборке. Далее электрическая схема. Обратите внимание на то, что Arduino Uno и Tremo Power Shield не входят в платформу для сборки. Далее идет пример скетча. Естественно, вы можете написать свой скетч для управления хексаподом. Это только пример. И далее имеется калибровочный скетч. В поле для заметок рекомендуем записать значения, которые вы получите в результате калибровки хексапода. Сборка этого робота – увлекательный процесс, который порадует как взрослых, так и юных любителей робототехники. Робот легко собирается, ведь эта модель не просто хорошо продумана, но и прошла целый ряд испытаний. При желании вы можете оснастить робота дополнительным оборудованием, для чего на его боковых панелях, установленных на верхнем основании корпуса, имеются специальные посадочные площадки. Это могут быть модули беспроводной связи, модули позиционирования, различные датчики, сенсоры, камеры и так далее. Таким образом, вы можете создать собственную уникальную мобильную роботизированную шагающую платформу. В следующем видео мы подробно покажем процесс сборки квадропеда. Перед тем, как робот сделает свои первые шаги, его нужно научить ровно стоять. Для этого нужно загрузить калибровочный скетч и следовать инструкциям. Процесс калибровки также детально будет рассмотрен в следующем видео, где мы покажем процесс сборки квадропеда. А теперь посмотрим на поведение робота под управлением демонстрационного скетча из инструкции по сборке. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И не забывайте писать комментарии. Это может быть не только обсуждение видео, но и ваши пожелания о том, что бы вы хотели увидеть на нашем канале.